Ну, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в связи с событиями в Актобе, все войсковые части нашей страны переведены на усиленный режим. И сегодня же аким области Бердыбек Сапарбаев дал официальный комментарий. В регионе объявлен режим антитеррористической операции. Прошу актюбинцев проявлять бдительность. Всем, кто заметит подозрительных личностей, необходимо сообщить в органы внутренних дел по номеру 102. Уважаемые земляки, прошу проявлять спокойствие. Идет плановая антитеррористическая операция. Хочу еще раз заверить вас, что обстановка находится под полным контролем. На данный момент ситуация стабильна.